Что такое принятие новой энергии? Это принятие энергии будущего. Но для того, чтобы ее принять и освоить, мы должны сами выделять энергию. Я писал в первых книжках о том, что у человека есть тело физическое и временное. И на существование и того, и другого тела нам нужна энергия. Мы должны поддерживать нормальное существование нашей, так сказать, оболочки, и временной, и физической. Правильное отношение к вообще время – это фундаментальная величина во Вселенной. И если мы нарушаем законы, если мы неправильно относимся к времени, то у нас появляются, естественно, проблемы. Как правильно относиться ко времени? Привыкайте.